вы всегда должны понимать, что вы проживаете каждый свою жизнь. И если вы не создадите условия, что ваш партнер, ваша вторая половина начнет тревожиться за результат того, что с ним происходит, сам не начнет, не вы начнете, а он не начнет тревожиться, вы ничего не добьетесь. В конечном счете мы все равно всегда оказываемся ответственны за то, как мы собственную жизнь прожили. И если вы ее тратите всю дорогу на то, чтобы тревожиться о ком-то, вместо того, чтобы потревожиться о себе, потому что некоторые, вот, например, найдут себе мужа-алкоголика и тревожатся за него, тревожатся. Давно бы уже пора было по себе протревожиться, и как бы, может, он и пить бы перестал, понимаете? Поэтому не надо работать домкратом. Вот. Так немножко тык-тык-тык поработали домкратом, а потом, ну, а вообще есть варианты. Типа я встану, и, может быть, с дивана, и, может быть, куда-нибудь пойду, а там дальше неизвестно. Может, вернусь, конечно, а может, не вернусь. И все отменится совершенно другой коленкор, так сказать. Сразу тревога возникает, все уйдет, и привет, лови ее семеро.